Звезды говорят, что успех 9 июня зависит исключительно от самих знаков зодиака и их усердия. Космос почти не влияет на удачу. При этом начался богатый на события период – поездки с друзьями, командировки, приглашения, встречи, знакомства. Овны, вам необходимо в среду проявлять дальновидность и больше прислушиваться к людям из близкого окружения. Они не желают вам плохого, а искренне хотят помочь. Возможны разочарования и конфликты на личном фронте. Тельцы, вас ожидает очень положительный и добрый день. Будьте и вы добры в ответ. Помогите тем, кто в этом нуждается, или лично обратиться к вам за советом или помощью. Все решения, которые вы примете, окажутся правильными и перспективными. Близнецы, у вас впереди идеальный день для любых начинаний. Хороший день для важных деловых встреч и переговоров. Все это время вы будете на высоте. Во второй половине дня лучше уделить время себе любимым. Раки, для вас наступает отличное время для завершения своих дел и составления планов. У вас много энергии и сил. Используйте это себе во благо. Рассчитывайте только на себя, так как другие люди в самый последний момент могут просто вас подвести. Львы, вам звезды советуют проявлять инициативу в профессиональной сфере. Так вы сможете довольно быстро добиться ощутимых достижений и улучшения своего финансового положения. Чем активнее и увереннее вы будете себя проявлять, тем больших высот сможете достичь. Девы, вас ожидает хороший день, чтобы посвятить его своим увлечениям и развитию своих талантов. Все зависит от вашего настроения и активности. Не бойтесь познавать новое, вы можете добиться в этом хороших успехов. Весы, 9 июня, отнеситесь внимательнее и серьезнее к своему здоровью. Очень высокий риск травматизма. Лучше не водить машину и не посещать спортивные клубы. Уделите время работе и своей семье. Постепенно все придет в норму. Скорпионы, личные отношения будут все больше вас радовать. Постарайтесь не забывать и про свою работу. Равномерно распределяйте свои силы и время на все. Звезды советуют составить небольшой план на день. Стрельцы, звезды рекомендуют вам объединиться с вашими бизнес-партнерами и разработать новый план по запуску перспективного проекта. Это отлично повлияет на улучшение вашего финансового положения, эмоционального состояния и настроения в целом. Козероги, будьте осторожны, 9 июня у вас возможны серьезные финансовые потери. Вероятно, испытания на прочности в личной жизни. Старайтесь сохранять спокойствие и рассудительность, не поддавайтесь эмоциям, так как они вам не помогут, а только ухудшат ситуацию. Водолеи, вам 9 июня не стоит строить долгосрочных планов и начинать новые дела. Они не принесут выгоды и финансовые пользы. Если вам предстоит близкая поездка, то будьте крайне осторожны за рулем. Продолжается хороший период в личной жизни. Рыбы, у вас впереди отличный день, чтобы найти новых друзей или наладить общение со старыми товарищами. Многие считают вас душой любой компании, но не стоит перегибать с привлечением к себе внимания. Иногда стоит быть и немного скромнее. Звезды уверены в том, что для всех знаков зодиака день 9 июня отлично сложится в финансовой сфере. Однако не стоит верить всем на слово. Звезды знают, что говорят.